Новогоднее чудо. В Серпухов с далекого севера прибыл Дед Мороз. На специальном транспорте герой добрых сказок разъезжал по городу и поздравлял всех жителей с приближающимися праздниками. Почетного гостя встречали улыбками и восторженными возгласами. Подробнее в нашем материале. Вот так, встречая Дедушку Мороза в Серпухове, прохожие машут руками, сигналят автомобилисты. В глазах детей и взрослых искренняя радость. Новогоднее чудо, кажется, стало чуть ближе. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки треугольные платья, только елки треугольные платья. Настоящий герой из детских сказок приехал в Серпухов, чтобы поздравить жителей с приближающимися праздниками. Подход к дедушке современный, в этот раз не на оленях, а на специальном автомобиле. Однако это никак не мешает творить чудеса. Какие главные обязанности Деда Мороза? Приносить счастье, сказку и подарки на Новый год. По центральным улицам до Чернышевска и Ивановских двориков кортеж почетного гостя приезжает в самые дальние уголки города. Главная задача – поздравить как можно больше жителей с приближающимися праздниками. Но на этом чудеса не заканчиваются. Финальная точка объезда – площадь Владимира Храброго. Здесь, в торжественной обстановке, Дедушка Мороз зажжет огни на главной новогодней елке Серпухова.